Ну что, народ, доброе утро. Всем привет. У нас машина уже в боевом положении, походном. Мы уже собрались. Сейчас едем, Мишка хочет разведать там какую-то гипер-пупер дорогу. А я приготовлю завтрак вкусный. Да, мы вчера проехали по дороге, которую давным-давно все забыли. Она уже заросла. Там еще брод есть. Да, ну на картах старых она есть. На тебе, Мишка, за это. Фиг тебе. Сам съем. Вот ты коварный типок. Вкусно как. Все, в общем, мы поехали. Вот, ребят, какой дом, почему мы сюда подъехали. Думали, он двухэтажный вообще. То есть очень большая высота. Посмотрите, крыльцо на какой высоте находится. То есть то ли там подвал такой высоченный стоит, то ли что. Но мы еще сюда вернемся. Обследуем его. 23 венца. Да. Очень высокий. Шалашик на гуся стоит. Охотники собирали. А сейчас цапля тут жирная полетела. Так, прибыли мы к броду. Пойдет на разведку, а я пойду делать завтрак, варить чай. Завтрак туристов. Вот, ребятки, я чайку скипятил на день в термос. И сейчас мы вот попьем чай с бутерами еще. На день я заправляю пуэр. А так, на утро мы попьем просто с сахаром чай какой-нибудь сладенький, вкусненький. Мишка, Мишка, ты нашел клад? Еще попу не нашел. Че ты там нашел? Сигнал или что-нибудь интересное? Походу, царь какой-то. Ой, ну давай копай, дотащи сюда его, хвастайся. А у нас обед. А не завтрак? Главное, чтобы он не оказался ужином. Ребят, мы перешли на трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. Да. Мишке доктор-диетолог так сказал питаться. Посмотрел на Герасима Васильевича, говорит, вам нужно реже кушать. Герасим Васильевич выходит, говорит, Мишань, тебе надо реже кушать. Да. А то у тебя ряха вон уже какая. У тебя скоро щеки треснут. Так, все, ребятки, мы собрались. Вот такое у нас живописное местечко тут было. Ну, как оказалось, на этом местечке нифига не было. И мы сейчас поедем... Ну, какая у нас боевая трещина, смотрите. И мы сейчас поедем, покажем вам двор, что в нем было, как он действовал. Мишка сейчас навоз погребет, там корму задаст поросям. Все сделает. Да, Мишань? В натуральную величину. Вот так, ребят, все, едем. А, это мины, да, такие? Вот грабли деревянничные. Раньше железных не было, грабали такими граблями. Мишка знает, как грабать. Такие вот колышки вставляли. Прикольно. Так, ну что ж, ребята, давайте зайдем на двор и посмотрим, как же жили в деревне и для чего был двор. И как он был устроен. Ну что ж, вот такой вот большой, огромный двор. Да. Двор действительно большой и достаточно хорошо сохранился. Посмотрите, как на зиму утепляли ворота. Сеном, и им же кормили, да? Да, солом, сено. Как кормушка своеобразная такая была. И щели все закрывали, и животные зимой не выходили никуда, правильно? Здесь держали скотину, коров.
Это стульчик доить корову, да? Да, скорее всего. Да, запаривали им какую-нибудь, не знаю, запарку. Все, что там, картошку, там. Мартошку, короче, это кормушка была. А для чего цепь? Цепь, а скорее всего, ну, стояла пристегнута корова. Вот, видишь, смотри. На, а, петля, да? Да, петля, и все, вот она была пристегнута, здесь стояла, не девалась никуда. Ага. Кормушки. Может, доили здесь корову, пока она слушала. Угу. Чтобы не двигалась. Слушай, ну вот здесь могли спокойно содержать, ну, ну, трех коров. Трех коров можно было держать. В таком помещении. Тут жили куры. Вот, куриный дом. Там у них был роддом. Они рожали яйца там. Пятиместные. Видите, у них тут какие джунгли были, то есть они по этим лесенкам забирались, там вон у них тын-дын-дын-дын. Судя по куриным остаткам, у них... Они на вот той жердочке сидели. Вот на той жердочке сидели. Сталактиты. Да-да. И любили они именно вот этот угол. Да. Они по очереди ходили из него в роддом. Ну вот у них была такая дорога. И вот туда вот она уходила, короче. Да. Жерди — это необходимость, потому как хорьки... А, и... чтобы хорьки не сожрали, да, их? Да. Они на жердочках спали. Они на жердочках спали, да. Ничего вот. Себе. Как вот фиганешься с жердочкой. Иди, покажи. Вот это... Был туалет для... Да, ребят. Это был туалет для людей. То есть сверху... Вот там вот, видите, дырка. Это, короче, туалет был вот во дворе. То есть вы выходишь с дома, вон, вот выход из дома. Ты вышел, зашел в туалет, вот эта дверь, и навалил вниз. Я удивлялся, ну, говорю, Миш, ну как, воняет там еще что-то. Он говорит, нет, ничего подобного. Туда клали вниз сено. Солома. Солома, да, солому клали. Оно там все перепревало, какие-то грибки вырабатывались или что, фиг его знает. И запаха никакого не было. Потом это все выкидывали, перегнившую солому. Вот так вот. Удивительно. А то я, ну, думаю, как же здесь ванизма какая должна быть. Мишка нет, говорит, он застал такие туалеты еще. Нет, запах был, но он был совершенно такой. Ну, то есть, ну, от общего фона хлеба он никак не отличался. А, ну, короче, да, тут же еще и коровы гадили. Коровы, овцы, вот здесь стояли телята. Вот здесь вот. А, ну вот еще одно, да, помещение, пойдемте, ну, зайдем. Видите, оно ниже потолок, для того, чтобы здесь было потеплее. Молодничок здесь содержался, да? Сверху, да? Сверху сеновал. А, изолировал крышу. Да. Вон тут маленькие кормушки, как раз он для них. Здесь, то есть, могли быть либо поросята, либо телята, да? Или овцы. Овцы, да, то есть, всякая разная мелкая скотинка. Угу. Тут находилась. Ну, вот здесь еще одна кормушка, то есть, ну, такие три загончика, да, получалось? Да. Видно, здесь что... куры гуляли видно, тоже. Тык-тык-тык-тык-тык. Вот у куры опять жердочки, да, здесь. У кур был шенген по всему хлеву. Да, куры, видимо, имели свободный доступ везде. Слушай, ну отличный двор прям. Где не пожелаешь. Хороший хозяин жил в этом доме. Вот так вот, ребят. Мышеловка. А, мышеловка это? А, причем... о, мышеловка. Ну, видишь, она с веревкой. Ну, потому что утаскивали крысы. Да, крысы здесь, ребят, были. Ого, жирные тоже. Да, крысы здесь были. Вон какие-то кружки, поюшки. Ну, это здесь... что, Мишань, это тоже сеновальчик такой, да? Это тоже своего рода кормушка. А, здесь тоже мог кто-то находиться? Ну, овцы, если овцы могли здесь находиться, кормить. То есть, наверное, овцам вообще делают кормушки с узкими из узких палочек, для того, чтобы они щипали. А, выщипывали потихонечку. Выщипывали, иначе да? Они все это... Вытащит, растопчет и есть не будет. А, то есть это могла быть кормушка для овец такая? Ну, либо хранили сено, либо... Угу. Угу. Вот, ребят, к сожалению, все гниет уже. Без конька крыша, видите, сами. Да, скоро. И все, скоро все это прогниет и упадет. К сожалению. Здесь конь, уже вот дождь. Ящиков. Где? А, вот в этих ящиках хранили овес. Зерно, овес, комбикорма. Вот, овес, кстати, там остался еще, но его крысы погрызли. Мышки, да, его перемешали. Мышки. Мышки его переточили весь. Крыски-мышки. О, дерево растет уже. Попробуй. Вот тоже зерны. Тоже мышки все сожрали. Ага. Да, вот такая здесь лестница была. Пойдемте сверху вам покажу. Лестница еще достаточно крепкая, не накаркать бы.
Ну вот, вот как раз этот туалет, про который мы говорили. Вот он. Вот такой вот клозет. Кокальник. Что говоришь зимой? Я бы зимой, если какая-то необходимость была скотину выгнать, ее просто через дверь вот в этот. Ага. Вежливо просили покинуть помещение. Вот так вот, да. Вот так вот все. Это все сеновал. То есть все это засыпалось. Все засыпалось сеном, да? Да. Для того, чтобы зимой по сугробам его не таскать. Пожар здесь страшная вещь. Не таскать. Пожар, да, это катастрофа. Не дай бог, здесь что-то все сгорало. И двор, и дом. Конечно. Все сгорало. За раз. Поэтому между проводами делали 10 сантиметров. Ну да, посмотрите, как проводка идет, видите, земля и... Ноль и фаза. Ноль и фаза, да, разведены на 10 сантиметров везде. Смотрите, по каким стандартам это так велось. Вот смотрите, видите? Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Везде все. Все провода разведены вот так вот. Здесь. Ага. Чего? О, кстати, ребят, вот эти приспособления, пастух управлял стадом. Вот это пастуший кнут. Я помню, с детства был маленьким. Меня возили в деревню, я все пытался им щелкнуть. Селенок не хватало, да? Селенок не хватало, конечно. Вот это настоящий кнут. Пастуший. Длиннющий, он на конце имел скорость выше скорости звука и происходил вот этот щелчок. Да, здесь плетеный, привязывается плетеный конечек, тут такой вот. Плели его, как правило, из шпагата, которым перетягивали рулоны сена. На конце распушали кисточку. И в момент... Происходило ускорение, да, ускорение, выше скорости звука. Выше скорости звука и происходил хлопок. Коровы страсть как боялись. Неестественный звук. Да. Ну а тут что? Тут разруха, ребят. Да. О, а тут же вот чердак, да? Он, кстати, захламленный, но... Дай-ка гляну. Дом перенесен был в 61-м году, ребят, поэтому найти здесь что-то... Ну, не знаю, давайте еще... Мы узнали из надписи на двери. Да, на двери была надпись, что дом. Сами видите, к сожалению, здесь вряд ли что-то найдешь. Пачка электродов лежит. Как таковой нету подложки. Ничего этого нету. Я не думаю, что мы здесь сможем что-то найти. Достаточно старое. Может быть, какие-то советинки. Ну что ж, пойдемте вот тот высокий дом сходим. Немножко мы узнали про двор. Он действительно, двор очень хорошо сохранился. И был действительно богатый двор. И грех было не рассказать вам, как все это было устроено. Приехали мы в дом великана. Почему великана? Ну потому что дом очень высоко стоит, либо там давай, высокий давай. Подвал с дискотекой был. Пойдем посмотрим, здесь он лосик приходит. Да, заглянем здесь. Я лосик оставил, он. Свой артефакт. Шерсть что ли? А? Шерсть? А, навалил кучу. Он лось кучу навалил. Смотрите, конкуренты наши. Смотрите, высокий как. Да, забыл. Не, ну это все гнило, смотри, видишь. Ну тут потолки, мать, да. Тут вообще все обвалится. Вот. Матица прогнила. Вот-вот, ребят, обвалится все, посмотрите. Матица уже матрица просто. Да. Все, да. Тут уже смысла нету лезть. Нет, ну смотри, уже венцы здесь прогнили. Да. Это же на улицу все просится. Да, как бы он сейчас уже не это самое. Увы, я... Не сказал бы, что. Вы на годик, говорит, ребят, опоздали меня обследовать. Все-таки нам есть, ребят, к кому возвращаться домой, и то не стоит тех усилий. Конечно, диджей Игорь Кладоискатель, он бы залез в эту задницу и что-нибудь там нашел. Кстати, заходите к нему на канал,
вот такой канал, мы сами бывает посматриваем. Вот такой, да, у ребят очень интересные находки бывают, именно они занимаются чердачным копом, ездят и находят интересные действительно вещи старинные. Мы пока только учимся. Ну что ж, вот такой вот дом. Вот такой вот дом. Давайте, я сам не вижу, вот так вот вам покажу. Тут, не знаю, полы там есть, нету, нам не видно просто. Но вы нам в комментариях напишите, есть там полы или нету. И вообще, напишите, залезли бы вы сами в такой дом на чердак или нет. Напишите, ребят, в комментариях. Может, мы ссыкуны просто, и тут бояться нечего, и надо просто лезть туда, и все. И все монитосы наши. А? Страхи наши фантомные. Да. Подскажите нам, что, может быть, действительно, фух, вы еще и покруче лазили. Если это так, то еще и расскажите. Ох, какой подвал здоровый. Миш, дай-ка свет, а. Смотрите, какой, ребят, большой подвал. Так высокий, правда, очень высокий подвал. Смотрите. Можно ходить почти в полный рост. Кстати, вот в подвал-то можно спуститься, позвонить, Мишань. Высокий подвал? Да. Подвал высокий, но вкладка кирпичная. Не свежий, посмотри. А, ну современный, да. Это, видимо, пристраивали к дому. Ну это да, это пристройка. Или вообще во времена. Вот она, припилка. Ну, двор здесь был маленький. Двор был достаточно маленький, не чита тому, что мы видели. Вот здесь, ребят, под домовым камнем лежат монеты. Раньше был такой обычай, чтобы жизнь была добрая, богатая и достатки, под каждый угол дома при закладке дома клали монетки. Кто побогаче, те побогаче монетки клали, кто победнее, те победнее. У кого на что было. Но неукоснительно как бы... Все соблюдали это, да, правило. Обычай такой был. Да. Нас еще ждет впереди около 15 деревень, так что не будем рисковать. Давайте поедем и попробуем найти что-то более подходящее, более интересное. Вперед! Ну что ж, ребят, вот мы много раз слышали, что под домовым камнем всегда оставляли монетки при закладке. Для того, чтобы была долгая... достатки, добрая жизнь. Чем больше ты, чем богаче ты монеты там оставишь, тем богаче будет жить. Тем богаче будет жизнь, да. Это под каждым углом дома на домовой камень между первым венцом и камнем клались монетки. Да. Кто-то побогаче и золотые монеты клал, потому что в это очень верили сильно. И мы сейчас проверим, есть ли тут монета. Монета под домовым камнем. Мы его сейчас просто подкопаем, и он у нас выпадет. Так, вот пересадка смородины почти завершена. Так, удалили лишние корни. Все, смородина пересажена. Все, ни одной смородины не пострадала. Да, при съемках этого фильма ни одна смородина не пострадала, ребят. Да, все. Так, ну давай, да. Доставай, что там ты за...
Нет, ребят, ничего под этим камнем нету. Но вот так вот, может быть, это и легенда, а может быть, это на самом деле есть. Может быть, просто под этим домом его не было. Ну, как бы, что тут гадать? Надо будет еще пяток камней таких выкопать на разных домах. И тогда мы поймем, правда это или не правда. Видите, какой мишка культурный у нас. Смородину пересадил, яму за собой закопал. Мишка молодец. Мишка полезный. И бревно обратно за собой садил. Ага, сейчас по кусочкам скорее его. Ну что ж, поехали дальше в соседнюю деревню. Ребят, смотрите, какая одуванчиковая дорога. А, не одуванчиковая, это куриная слепота или что-то такое растет. Не будем ее на видео. Почему? Пешком пойдешь. Ну да, вот смотрите, прямо именно по колее растет только. Прикольно. Вот, ребят, опять сколько лет по этой дороге не ездили, вот так вот она. Вот такой вот она стала. А дорога на карте есть. А для нас она и остается дорогой. Колея даже угадывается. Да, есть колея даже. Пошел проверить, где проезд. Дороги очень старые все. Уже лет по 10, наверное, не езженные. Приходится таким вот макаром искать дорогу. Мишка вроде нашел проход. Комарья-то, елки-палки. А. Сейчас мы его отсосем. Надо было по ней пройти, ты бы вышел куда-то к выходу, пап. Ой, спасибо. Такие растут.
подобие дороги. Непонятно, как мы будем по ней ехать. Может быть, будет быстрее обратно вернуться. Потому что да, если это будет. Что ж, Мишка пошел опять смотреть дорогу. Где-то мы ее теряем постоянно. Настолько она заросла уже, что приходится постоянно ее искать, выходить пешком, смотреть. Ну что, ребят, попробуем по азимуту пойти. Дороги нету. Деревья вроде не так плотно растут. Здесь болотистая местность. И попробуем, конечно, пробраться. Я думаю, дорогу пройдем, может, мы ее найдем, конечно. Может, где-то найдем дорогу, потому что сейчас мы ее не можем обнаружить просто-напросто. Куда? Куда потом? Куда? Можем и так. Мы можем и так, а можем и так. Вот бортоповоротная схема действия. Иисус сможет повторить, милости просим. Мне кажется.
Смотрите, какая чача добрая. Дома, а вот там флаг России на доме развивается. Сейчас посмотрим, что там такое. Доедем до конца. К этой части. Ну вот, ребят, ехали мы, ехали, вон лось стоит, вездеход. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.